После скандального расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна, их коллеги и друзья не смогли остаться в стороне и не прокомментировать происходящее. Мария Федункин, звезда «Реальных пацанов», рассказала, что многократно работала с Ольгой и часто видела их вместе с Давой на съемочной площадке. Оказалось, что актриса не верит в то, что Дава мог поднять руку или как-то обидеть свою бывшую девушку. А ведь именно об этом Ольга рассказала в своих инстаграм-сторис, потому что в ее памяти он всегда был очень культурным и воспитанным. Дава очень воспитанный парень. Вряд ли он мог ее обидеть. До площадки я никогда не видела, чтобы у них были какие-то разногласия. При этом актриса добавила, что причины расставания творческих людей могут быть абсолютно разными. Они оба творческие люди. Причины расставания могут быть разными. Оля Козерог. Она может быть напористой. Мы все можем. Все мы творческие люди с нестабильной психикой. Рассказала актриса журналистам.